все, значит, пошло. Я такой печет. Сейчас мы, бля, все вздумываем, да? Да, забыл, высмотрите, пусть. Все почувствовали. Первый раз помахнулся. Была бы дико, мне кажется, его захуярило бы удар. Не, ну, знаешь, захуярить нужно заяву. Они, бля, хуярят змеи, бля, в принципе, крысы, блядь. Ну, не удал. И ядовитую змею проще, после удала очень сильное тело. Да, она типа еще живая. Да, точно. Когда расслабится, значит мертвая. Ну, когда она мертвая, он просто ее отпустит, мы спокойно ее повернем, как надо, и будет нагло. Чем меньше. На самом деле, пиздец по одному машину. Тогда, когда мертвую птицу это начал есть сразу, подошел только, блядь, это опять. Блядь, не ожидал, Ну, вот теперь все, и конец. Он уже за глаз, блядь, цепанул. Бля, не, она глаза, она такая бодренькая, значит. Ну, видишь, мы лучше. Бля, вот она глаза светится. Что делать, как бы? Сейчас она ее сдавит, и все, что. Бывает, ребра ломает. Но сейчас еще увидим. Не настолько сильно, хотя уже, ну, смотрит. Слышно там просто. Не, ну, а этот крыса, да, такая... Или жильцы не ходят. А он, видишь, как схватил, она рот открыть не может. Ну, нос-то дышит. Не, ну, я имею в виду, чтобы пустить. А они всегда так делают, голову фиксируют, блин, максимально. Ближе к голове всегда. И вот, ну... Блин, она все равно... Слушай, она его укусила все равно. Да, вытекает, она, да? Она пыталась его укусить. Сейчас нет, тогда какая-то крыса вообще укусила его. Крыса такая мощная. Да, если он еще лицо удастся. Бля, он не правильно взял. Сейчас перехватывает почему-то. Еще не все. Прямо Сочи свои здесь. Да, тут это такая Олимпиада. Да. Откройте, на Сион тут. Матч лета. За золотую медаль борьба. А сегодня у нас борьба за золотую медаль. Между двумя россиянами. Да, еще надышит, поэтому нормально сейчас. Бля, слушай, можно. Если удастся лицо освободить, я думаю, она укусанет нормально. Я думаю, что не удастся. И так считай, всем телом, смотри, плоскостью всего. Смотри, если он ее вот так, грубо говоря, рожу свою держит, как же он мне пальцы-то въебал, сука. Это он запрещенный прием применяет. Да. Схватку надо прекратить. Татарский боец. Надо было сделать бои без правил, крыс накидать туда ему. Вторая бы нападала, интересно. Я думаю, да, другие были. Крыс Сёгон Кавасаки, японский спортсмен, все равно не сдается. Держит дыхание, ровно ждет момента. Я думаю, что сейчас он себя проявит. И отпустит ее. Но молодой, но опытный татарин, блядь, держит его. Не, он походу смотрит. О, смотри, кровь, а да, чья это кровь, интересно. А кажется, судьи сейчас просвистят. Так, ну, морды, бей же в землю, бей в землю. На бей, на не тяни. Стас, хорош. Господин Кавасаки. Глаза. Не вижу крови там. Вот. Тихо, но вы же знаете, для самураев господин Кавасаки не сдается. Стас, видишь кровь? У этого, у питона. Да, раз ты что? Около глаза, видишь, вот даже по камере видно. А, это... Около глаза. Ну, он ее и сжимает потихонечку. Тяжелая борьба. Никто не ожидал. Что ж, сфокусироваться не может, фотоаппарат ебаный. Японец ведет себя просто как стальной гвоздь. Он держит осанку, у него ровное дыхание.
Но зажжет. Интересно, если вот так муляж крысы только с вибромоторчиком сунуть, он же ее сожмет и будет держать, пока батарейки что ли не сел. Реклама Energizer, такой удав, такой уставший, пускает, и такая крыса уползает. Energizer, блядь. А, кролика можно даже, можно не крысу, как обычно, нормальный персонаж, блядь, подходит на удав. Да, слушай, лотерей надо приколоться. Запатентовать идею и предложить батарею. Да, и есть, блядь. Energizer, молодец. Слышь, вы, Energizer, блядь, слушайте сюда. Тут у нас японец против татарина, блядь, в разных обличиях, бьется на Олимпиаде 2014. Слишком долго. И мы хотим вам продать эту идею. Держать. Представьте, что японец... Смотри, он крышу голову сворачивает. Это розовый кролик, блядь, с батарейкой. А, да, кровь есть. Нет, тогда ничего. Все становится на свои места. В итоге кролик уходит. Вон, тело сжимает, смотри. И уползает в свой это, домик. Видишь? А? Тело, блядь, как сжимает, дышит. Он стягивает. Да, слушай, а, видишь? Блин, ну долго, слушай, 5 минут почти он приносит. Не почти даже. 6 минут 8 секунд. А, да, я же не сначала. Офигеть. Обычно минуты 2-3. Вот он начинает передвигаться, сжимать, смотри. Непонятная ситуация. То ли татарин начинает уставать, то ли японцы пиздец. Кто его? Это крыса вот такой пиздец? И он уже просто понимает, что медаль за ним. Да. Все, расслабляется. Что, все? Не, мне кажется, это другой не укусили. О, он ей глаз выдавил. Кому? Крыс. Нет, это укус. Ух ты, ничего себе, он, смотри, морду разворошил. Сейчас глотать будет, сейчас пиздец просто наверное. Крыса вылазит. Кульминации такой никто не ожидал. Такой никто не ожидал. То, что татарин съест японца. Это было для всех сюрпризом. Слушай, блядь, колонн какой-нибудь. Сейчас крыса выходит из клинической смерти и добивает удава. Смотри, он дальше передам. Ну так ощущаем. Я вообще ролик на ютубе видел, такое ведро, там удав сидит. И знаешь, такой хвост свой во рту держит. Японцу это... Ты представляешь, как он ее морду... Проигрыш достался слишком тяжело. Видишь, что это странно? А удаву слишком тяжело. Значит, мне повезло, когда он меня въебал, сука. Да, представляешь? Ладно, здесь уже приятного аппетита. Бон аппетит.